Сегодня юные патриоты Ямала начали борьбу за звание самых быстрых, метких и ловких. В ноябрьске стартовала военно-спортивная игра «Командарм». Сегодня на базе регионального центра патриотического воспитания прошла торжественная церемония открытия. В 16-й по счету игре примут участие 9 команд кадетов из разных муниципалитетов округа. В сегодняшнем конкурсном дне участники соревнований прошли 3 испытания. Смотр строя и песни, военизированную командную эстафету и конкурс «Я гражданин России». Состязания продлятся до 12 апреля. Кроме того, в рамках «Командарма» проходит и второй окружной слет девочек-кадетов. Сегодня участницы написали тестирование по основам доврачебной помощи и посостязались в военизированной эстафете.